Всем привет! Наконец-то у меня появилась возможность воплотить одну из своих идей, одну из своих мечт, а именно проэкспериментировать над собой и не просто на какой-то вот коротенький промежуток, то есть вот раз эксперимент и все, а именно на какой-то длительный срок, на какое-то длительное время. А сейчас мы говорим именно о 3 месяцах. Так вот, в чем, собственно, суть эксперимента, который я хочу провести над собой. Дело в том, что в последнее время я стал замечать, что я, так скажем, выгляжу, ну, сам для себя уже не так хорошо, как мне хотелось бы. А все почему? Потому что я занимаюсь видеоблогингом уже 2 года, и вот верите, нет, но времени на что-то, кроме как на видеоблогинг, почти не хватает. Раньше я катался на роликах летом, зимой на сноуборде и посвящал этому довольно-таки немало времени. И был всегда как-то в форме, да, и меня это устраивало. Сейчас я скорее чаще, наверное, веду такой вот более сидячий образ жизни. Почему? Потому что, ну, сами понимаете, монтаж, все, написание сценария, все это происходит, естественно, не стоя и не в транспорте где-то. Вот, и поэтому, как по моему мнению, я стал выглядеть не так, как мне этого хотелось бы. Нет, у меня нет излишек веса, я на данный момент вешу 69 килограмм, там, конечно, в течение дня плюс-минус меняется этот вес, но для моего роста 1,80 м это очень хороший вес, но вот эти излишки, которые, как мне кажется, у меня вот на животе, да, ну, самое основное, это именно вот живот, они меня вообще не устраивают. Я бы хотел, чтобы их не было, хотя бы, ну, в раза в 2 меньше. Также, естественно, на боках я бы хотел, чтобы их у меня не было. Они вот, как вы видите, есть, и меня это не устраивает. Более того, хотелось бы просто себя привести, ну, в более лучшую физическую форму. Так вот, к чему я веду. Мне не так давно появился сертификат, подарочный сертификат на 3 месяца в фитнесе. То есть я смогу попробовать заниматься фитнесом 3 месяца в любое для себя свободное время и постараться как-то привести себя в форму, сравнивать прошлый результат и тот результат, который я смог добиться в течение недели. У меня, конечно, не будет много времени на то, чтобы посещать фитнес, но раза 2-3 в неделю я прямо тут постараюсь его посещать. Хотя бы вот у меня будет стимул, потому что вот я вот сейчас вам все это говорю, потому что я собираюсь записывать видео и рассказывать о том, как у меня прошла неделя именно вот в плане вот фитнеса, в плане того, что я ел, как я занимался, сколько раз мне удалось сходить и какие-то свои ощущения рассказать и, естественно, сравнить тот результат, который был, с тем результатом, который у меня стал за 1 неделю. И вот каждый раз в течение 3 месяцев я буду сравнивать, а в конце самый последний результат я сравню себя тем, каким я стал, с тем, с чего я вообще начинал. Вот, и я надеюсь, что мы вместе с вами чего-то добьемся. Так вот, значит, получается, что вот сейчас вот я активирую сертификат. Ну что ж, я активировал карточку, вот Павлов Константин Дмитриевич, теперь я могу посещать один из фитнесов города Санкт-Петербурга, в общем-то. Все, посмотрим, что из этого выйдет, мне даже теперь самому интересно. Вот, собственно говоря, я уже активировал, карточка у меня есть. А на следующей неделе я уже вам покажу какой-то результат о том, как у меня что получилось, и сравню его с тем, что вы сейчас видели. Собственно говоря, все. Я первый раз вас прошу, подписывайтесь на канал. И с вами был Костя Павлов, и я отключаюсь.